Юрец. Юрец какой? Сейчас прилетел, который презентовал какой-то. Добрый день, Борис Иванович. Не-не-не. Добрый день. Вот Столлером он набирал учебу. 24 года. В нашем турнире, который посвящен Николаю Никифоровичу Тарасову. Это легендарный футболист, министр легкой промышленности. В данный момент его сын Евгений Николаевич присутствует здесь. А сейчас мы вам вручим грамоты за участие в нашем турнире. Награждается команда «Сокол» Кузнецов Виктор. Кирьянов Алексей, команда «Сокол». Санжана Норман. Награждается Лемешевский Никита, команда «Русич». Награждается Климанов Илья, команда «Русич». Соловьев Дима. Копылов Матвей. Киркасов Егор. Все, с первой грамоты вас поздравляю. Всем дай. Окрыков Ваня. Числа стартует чемпионат. А мы сегодня на этом нашем легендарном стадионе «Сокол» проводим турнир третий год подряд в памяти Николая Никифоровича Тарасова. Наш земляк играл и был министром. 20 лет он возглавлял Министерство легкой промышленности СССР. И очень приятно, что именно сегодня, в праздник профессиональный,
текстильной и легкой промышленности мы проводим этот турнир. С лета 2016 года. Это уже третья игра, третий турнир. История футбола Орехово-Зуевского района, а теперь с этого года городского округа Ликино-Дулево, это поле, на котором вы сейчас стоите, называлось Иванцевым полем. Здесь проходили гуляния, и здесь играли футболисты фарфорового завода Кузнецова. Вот за этим зданием есть пруд, в котором футболисты 19 века, закончив свою игру, купались. А в советское время в этом пруду проходили заплывы по сдаче норм ГТО. Евгений Николаевич Тарасов, доктор технических наук, ветеран космической отрасли, сын Николая Никифоровича Тарасова, в памяти которого проходит сегодняшний турнир. Кошель Юрий Александрович, историк футбола федерального уровня. Барышникова Мария Даниловна, ветеран образования и краевед земли Орехово-Зуевской. Дулевский фарфоровый завод является официальным партнером чемпионата мира по футболу. И вам сейчас мы представим фарфоровое дефиле. Турнир, посвященный памяти Николаю Никифоровичу Тарасову, объявляю открытым. Ура! Почетный гость Кошелев Юрий Александрович. Один!
Приветственное слово представляется сыну Николая Никитича Тарасова, Евгению Николаевичу. Уважаемые участники турнира, уважаемые зрители, третий раз мы встречаемся здесь, на этом стадионе, для того, чтобы провести вот такой турнир ветеранов. Мне приятно видеть много знакомых лиц уже. Я третий год сюда приезжаю, и уже многие из вас знакомы мне, можно сказать, не понаслышке. Приятно, что эта традиция укореняется. Надо помнить людей, которые составляют славу Орехово-Зуевской земли. И Николай Тарасов, безусловно, принадлежит именно к этому числу людей. В преддверии чемпионата мира, который у нас скоро начнется в нашей стране, было приятно посмотреть, что ветераны ужинают. Тех футболистов, которые за сборную играют. У нас сборная иногда за целую игру ни разу поворотом не попадет в створку. А по-моему, все команды этот план перевыполнили в сборной. Вот, хочется вам пожелать на самом деле удачи, здоровья. И вот смотришь на как вы сегодня бегаете, как вы играете, как вы друг с другом общаетесь, да, там все друг друга понимают, все друг друга знают, все друг друга чувствуют. Это очень. Очень, на самом деле, приятно видеть. Поэтому еще раз вам всего самого хорошего. Традиции будем продолжать. Потому что кто не знает прошлого, тот лишает себя грядущего. Слово предоставим историку Кошелю Юрию Александровичу. Юрий Александрович. Историк футбола. Спасибо. Уважаемые друзья, дорогие товарищи. В каждом городе Московской области обязательно есть какой-то футболист, который прославил свою малую родину. И так приятно сознавать, что такая величина, как Николай Никифорович Тарасов, является гордостью Орехово-Зуева. Так же, как, допустим, Коломна дала Сергея Ильина, Мытищи дали Владислава Жмелькова, город Королев дал Андрея Тихонова и так далее. Но у вас звезда первой величины. Итак, первое место в нашем турнире заняла команда из города Куровское. Приветствуем капитана! Почетное третье место занимает команда Ликино-Дулёва. Ну, должен быть.
А также хотим наградить ветерана футбола за судейство в турнире по футболу Чебретова Юрия Евгеньевича. А теперь, гости, давайте наградим наших ветеранов почетными медалями. Фотографию. Давай, давай, давай.